ребята не хотят сюда, они просто не едут. Да. Вообще это озеро меня вообще впечатляет. Ну это шикарно. Все Гудаури, все горнолыжные склоны сейчас видели. Как мы высоко. Я иногда сюда стою, смотрю, что курю, прям вот сюда вот. Вот сюда становлюсь. Да. С пешочком, так и ты там потом тут катаю круто или сюда. Ну, очень, очень круто. Сюда 3,5 часа ходу, рано ходишь, рассвет встречаешь, вообще это потрясающе. 2200 метров над уровнем стартовой площадки, над уровнем моря и над уровнем стартовой площадки. Обалдеть. Почти 1000 метров. О боже. Идеально. Сегодня идеальный день. Смотри направо. Ты кордос, а? Кстати, да, фотки не хочешь? Да, еще дымку. Фотку, а да, но это доплата, 50 ларин. 50 долларов. А с видео я смогу просто вырезать? Видео ты можешь трешать и попасть. А, ну и все. Нормально, да? Да, конечно. Я просто такой вайд, а посмотри, вот куда это красиво. Это вообще Россия, вот эта граница. Потрясающе. Вот идет южная сеть. То есть это Грузия, то уже только Россия считается. Угу. То, грубо говоря, вот идет до того пика, а потом видишь, он тут поворачивает те дальние горы, поворачивает немножко правее. Да. Вот она пошла туда потом. И такая расширяется. Да, 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 да. И вот этот вот, если ты видишь там вот такой туман, это туман, вообще инверсионный слой. Это инверсионный слой, это все южная сеть, по сути. Вот. Оно упирается в горе. Помнишь горе, да? Да, по сути, вот тут тебе дальний, видишь, вот тот дальний, за инверсией, за вот этим дымкой. Вот этот дальний хребет, это там Куряне находится, это уже за горы. Кажется, вроде подалеко он тут рядом. Вообще, да, блин. Так ли это? Невероятно. Надоело снимать, скажи выключи. Да нет, мне не сложно. Пусть будет много кадров. Да. Да. А еще люди там детская площадка. А, вот тут. Да. А что за такое полукруглое здание? Чего? Полукруглое здание белое. Да, для иглы. Канатки? А, это канатки, канат. Да, это орел. Здесь
Ага. Боже, это было лучшим решением. Блин. Так я говорю, это то же самое дело. Улетят от одного потока до другого, на какой поток начинает не оставаться. Нарисовано. Давление. Чё? Давление. Давление нормально? Прибила. Ты себя чувствуешь? Нет, чувствую нормально. Хорошо всё? Да. Хорошо. Просто чуть-чуть по-другому. Да. Полетели прямо. Да, прямо класс. Да. Завернул? Ну иди так, назад. Нормально.
Да. Самочувствие отличное. Они только там и летают? Да? Я тебе сделал немножко другой полет. Немножко. Я увидела вообще. Все. У меня сейчас немного людей и... Я увидела в 100 раз больше, чем планировала. Планета великолепна. Планета великолепна. Готовы ли мы будем? Боюсь. Ты не расстроишься? Я говорю, ты не расстроишься? Я... Хорошо, на тандеме я прям вот как не участвую. Он очень динамичный, как мы все равно. Перепрыгнуть? Ну, уже перепрыгнули каньон, если ты смотришь вниз. Расстояния огромные. Кто-то там бежит. Смотри, это лиса? Ого, вау. Ух ты, класс. Вау, ну так, ух ты, так классно. И вон еще бежит. Видишь, да? Да. Вообще заяц, вообще. Это заяц бежит. Это
крайние леса. Ты видишь, да? Да, да. Давай развернемся влево. По точке поработаем. Как тебе вид, а? Потрясающе вообще. Чем ближе к земле, тем заметна скорость. Ну чем да, ближе тогда к земле. Близко, конечно. А? Не укачал тебя, нет? Да вроде пока нет. Надо понять сказать, он у нас охотник, он сразу на зайчатинку.